Дорогие друзья, всем привет! С вами я, Катерина Бочкарева, мастер лозоплетения из питомника Тверская Ива. Друзья, посмотрите, какое разноцветие, разнообразие сортовой ивы мы выращиваем в нашем питомнике Тверская Ива. Каждая ива имеет свое название, это определенный сорт. Также у каждой ивы есть характеристика по высоте, по сбежистости, по приживаемости. Но любимая характеристика, почему я выращиваю такое разнообразие, конечно, это цвет коры, отличие именно в цвете коры. Давайте пройдемся по всем сортам, я немного вам про них сегодня расскажу. Первый сорт, который вы видите, это сорт ивушки «Маяк-2». Сортовая ива «Маяк-2» – это очень тонкий, гибкий прутик, который был выведен селекционером Шабуровым. Про сорт ивушки «Маяк-2» можно говорить очень долго. Это очень красивый сорт, высокоурожайный. Также этот сорт называется по-другому в энциклопедиях «Фонтан». Фейерверк, то есть это такой куст пышный с огромным количеством длинных ровных прутиков. Мы используем и выращиваем этот сорт, конечно, исключительно для плетения. Я, друзья, Катерина Бочкарева, я мастер лозоплетения. С 2000 года я работаю с сортовой ивой, с лозой, и 24 года плету разнообразные изделия из ивушки. Пройдем дальше. Это сорт, друзья, ивушка литовская. Вы посмотрите, какие длинные-длинные и тонкие-тонкие, ровные, красивые прутики. Очень такой насыщенный цвет коры у этого сорта, но он такой, знаете, меланж, то есть в цвет коры он зелено-желто-пурпурно-коричневый. Интересный очень такой прутик. Эта ивушка у нас в продаже именно в коре. Живой прутик для плетения. Продолжим экскурсию по ивушке. Посмотрите, какой насыщенный сорт. Это ива селекционера Сукачева. В нашем питомнике мы эту иву выращиваем на плантации в больших масштабах. Эта ива в наличии также в коре, в живых прутиках для живого плетения деревьев и так далее. Вот такая красотка. Следующий сорт, друзья, я вам предлагаю посмотреть на ивушку Вителина. Это ива Вителина. Она имеет желто-оранжевый цвет коры. Это наша, я ее называю, огненная красавица. Вот прям действительно, как вот огонь от желто к оранжевому переход такой цвета играет. Этот сорт универсальный. Мы плетем из него и корзины, и живые плетеные деревья. Он очень хорошо проявляет себя в укоренении в живых плетеных конструкциях. В продаже также живой прутик. И, друзья, по этому сорту я сейчас принимаю заказы на черенок. Что такое черенок? Это палочка длиной 30 сантиметров, друзья, для посадки и самостоятельного выращивания вот таких прутиков красивых, очень насыщенно желто-оранжевых. Вы можете посадить у себя черенки и каждый год собирать свои собственные прутики, свой собственный урожай. И заниматься, конечно, любимым творчеством. Следующий сорт по цвету коры, да, мы так плавно с вами переходим к красному цвету. Но не просто красный цвет, а зелено-красный цвет. Это у нас сортовая ивушка из Великобритании. Сорт называется B32. Flounders Red. Этот сорт имеет насыщенно красные вершинки прутьев и достаточно такие зеленые комли. Комель – это нижнее основание прута. Дальше проходим.
и подходим к нашей красотке. Красотка, это я называю ива каспийская. Каспийская ивушка у нас в продаже в живых прутиках в Коре по категориям 100-120 сантиметров, а также по категориям 130-150 сантиметров. Живой прутик для плетения. Ивушка каспийская. Чем-то, конечно, этот сорт похож на Сукачева, но это совершенно другой сорт и другой оттенок коры. Вот сейчас можно одним взглядом охватить сразу все прутики и посмотреть, какое разноцветие, разнообразие сортовой ивы мы выращиваем. Здесь сейчас, друзья, это, конечно, маленькая часть тех сортов, которые мы успели сейчас связать, упаковать и подготовить к этой экскурсии. Обязательно будут еще экскурсии по сортовой ивушке в нашем питомнике, по другим различным сортам. Вы подписывайтесь, друзья, на мой канал. Если есть возможность, ставьте лайки, пишите комментарии. Это так здорово, замечательно, когда идет обратная связь. Я читаю все ваши комментарии и лично на них всегда вам отвечаю. Задавайте больше вопросов. Я Катерина Бочкарева, я всегда вам помогу. Подскажу и расскажу. Пройдемте дальше. Сейчас мы находимся на нашей площадке, где мы сортируем и связываем, подготавливаем к отправке нашу сортовую иву. Посмотрите, какие длинномеры. С этих длинномеров нужно пробовать плести плетни, заборы, изгороди, живые скульптуры, неживые скульптуры и так далее. Это замечательный живой прутик, высокий, качественный, красивый. Все четко у нас отсортировано по длине. Вы посмотрите, какие красотки. Это ивушка. Как вы думаете, как называется? Это сортовая ивушка литовская. Литовский сорт ивы. Очень качественный, очень красивый. Посмотрите, какие прутики. Вы просто приглядитесь, какие изящные, гладкие, красивые прутики с аккуратными почечками. Вот такая длина. Посмотрите, при длине 2 метра 10 сантиметров, при такой высокой длине, камельки, я уже говорила вам, нижняя часть прутика. Посмотрите, какие тоненькие, изящные камельки. При длине 2 метра 10 сантиметров. Какая прелесть плести из таких прутиков. Сплошное просто удовольствие. Я рекомендую всем к покупке живой прут сортовой ивы литовской в нашем питомнике. Что еще я вам могу сегодня показать, друзья? Здесь у нас прутик еще не посчитан, не связан. Но вы можете наблюдать, что работы у нас еще много. Работа у нас кипит. Мы черенкуем этот сорт литовский. Режем с камлей. Это череночек. Посмотрите, какие качественные будут. Толстые череночки. Эти прутики длиной примерно 3,5 выше метров. Да-да, вам не послышалось, друзья. Это сорт литовский, вот с такими мощными черенками. Потому что срезаем мы эти черенки с прутьев длиной 3,5 и выше метров. Черенок мы продаем в нашем питомнике качественный, толстый. Вы можете не переживать. Этот сорт хорошо приживается, очень хорошо адаптируется к разной почве, к разному климату. Я, Катерина Бочкарева, я предоставляю личную инструкцию в печатном виде по посадке сортовой ивы, по посадке черенков, по уходу за черенками. Вы можете всегда задать мне вопрос. Я со своими клиентами на прямом контакте. У нас всегда личная связь и общение идет. Что дальше, друзья? В нашем питомнике, помимо всех сортов,
которые я обозначила. Также мы выращиваем самый популярный сорт, даже скрывать не будем, это самый популярный сорт, который есть сейчас в России. Американка гигантская. Сорт для живого ландшафтного плетения. Живых деревьев, изгородей, арок, беседок, туннелей, любых других шалашей детских. Кстати, друзья, посмотрите обязательно на моем канале YouTube мастер-класс по плетению детского шалаша. Я думаю, вам понравится и будет интересно. Многие задают мне часто вопросы. А как вот я куплю прутики? Как я сама смогу сплести? Друзья, совершенно не хитрое это плетение. Там все элементарно. Элементарные движения, элементарный рисунок. Один раз его сплели, один ромбик, и дальше он всегда повторяется. Если что, задавайте вопросы, я вам помогу. Это сорт американка гигантская, как я уже сказала. В продаже у нас этот сорт идет в упаковках, связанный вот в таком виде. Мы, конечно, дополнительно еще заворачиваем, упаковываем в крафт-бумагу и в пленку, чтобы транспортировка была безопасна и качественна. Вот, посмотрите, это образец, у нас новые заказы. Буквально завтра, послезавтра, в течение нескольких дней, это все, ваши заказы поедут на отправку в транспортную компанию. Американка гигантская имеет зеленый, такой зеленый, насыщенный цвет коры. Конечно, при росте американка гигантская с одной стороны подвергается, например, солнышку больше. И оттенок коры в этом месте может быть желтоватый. То есть он, этот прутик, зелено-желтый, можно так смело сказать. Прутики живые, качественные. А высота по категории сейчас в продаже в нашем питомнике, вот на данный момент актуальная информация, это 220-240 сантиметров. Успевайте, друзья, сделать заказ. Количество, к сожалению, на данный момент уже ограничено. Заказов много, вот как я вам уже показала. Мы успеваем только их упаковывать и отправлять. Вот, друзья, эти, например, часть поедет в Хабаровск. Поэтому, друзья, вот вы, например, находитесь далеко. А я, Катерина Бочкарева, я живу в Твери. И вы переживаете, ну, она в Твери, она не сможет мне отправить. Нет, друзья, я отправляю заказы по всей нашей большой стране, также в Казахстан, в Беларусь. Вы просто задавайте вопросы, не стесняйтесь, я на ваши вопросы всегда отвечу. Доставка транспортной компании СДЭК, мы работаем со СДЭКом, доставка транспортной компании Энергия, а также мы пользуемся услугами транспортной компании КИТ. Вот. Посылки почтой мы отправляем тоже, но реже. С транспортными компаниями работать достаточно удобно. А вот эти, например, друзья, упаковки, это крупный заказ у нас из Симферополя. Поедет этот заказ в Республику Крым. Будет там у нас красота и изгороди, и арки, и беседки, и красивые живые деревья. Это сортовая ивушка-американка им отправляется. Здесь, друзья, наверное, плохо сейчас видно, потому что солнце слепит. Это наши длинномеры. Длинномеры сортовой ивы-американки гигантской. И высота, друзья, этих прутьев достигает 4-4,5 метра. Это очень мощные хлысты. Иногда, друзья, мне приходят такие интересные вопросы от банщиков. Вы, говорит, розги продаете? И достаточно часто я отправляю вот такие хлысты вот этим банщикам. Я не знаю, зачем, как это все подготавливаются, эти розги. Но, друзья, пожалуйста, если вы банщик, обращайтесь, я вам отправлю такие мощные длинные хлысты. Вот. Это американка гигантская. Друзья, что еще хочу сказать про иву американка гигантская. Этот сорт мы сейчас продаем в
черенках, не только в живых прутиках, в связках, но и в черенках, как и сорт ивы, сортовую ивушку литовскую, нашу любимую красавицу. Черенки, как я сказала, палочки длиной 30 сантиметров для посадки и самостоятельного выращивания вот таких прутиков. То есть, если вы творческий человек, и вы хотите развиваться, у вас большие взгляды, намерения на будущее, самый лучший способ вложения ваших денег – это посадка собственной небольшой, пусть для начала, плантации, посадка ивы, сортовой ивы для вашего будущего плетения, для вашего творчества. Вы один раз череночки сортовой ивушки посадите, и каждый год вы будете срезать собственные длинные, ровные, красивые прутики ивы. Давайте с вами еще пробежимся разочек по всей нашей площадке, которую мы для вас старались, подготавливали. Вот. И я хочу сказать вам добрые слова, пожелать вам всем, конечно, крепкого здоровья, счастья, всего самого доброго. Самое главное, конечно, мира, добра. Я, друзья, Катерина Бочкарева, в этом видео сегодня с вами прощаюсь. Задавайте вопросы, друзья. Пробуйте, покупайте сортовой живой прутик ивушки, пробуйте плести живые деревья. Создавайте своими руками больше красоты. Всем всего хорошего. Всего доброго! С вами был питомник Тверская Ива и я, Катерина Бочкарева. Всем пока!